Ну і поки чекаємо на оцінку для наших акробатів. І зараз тримаємо кулаки за нашу чарівну грацію Владу Нікольченко. Подивіться, яка розумничка зосереджена з'являється на килимі. Нагадаю, що Влада дуже хороші оцінки має після булав у першому виді програми класичного багатоборства. І зараз давайте затамуємо подих і будемо вболівати за Владу у вправі зі стрічкою. Да, желаємо їй удачі. Подкорить ленту. Вот, молодец, молодец. Поворот тут немножко в булавах не пошел, в ленте блестяще. Тут была небольшая ошибочка. Четыре прыжка практически никто в мире не делает, кроме Влады. Вот это, конечно, уже нехорошо. Тоже ошибка большая и на элементе. И здесь потеря. Главное до конца доделать. Да, к сожалению, были ошибки, и оценка будет низкая, потому что у нее была потеря на сложном элементе, на риске и запутывание, опять-таки, на элементе. То есть это проще терять на чем-то дешевом, и тогда оценка исполнения будет низкая, но оценка по трудности будет высокая. Но вот за этот поворот она, конечно, очень много получит, потому что она на полупальце скрутила, база в полбалла, и за каждое дополнительное вращение по 0,2. Вот, но, к сожалению, получилось. Но главное идти до конца, потому что в каждом виде нужно добирать максимум, и потом уже по сумме будет у нас общая сумма многоборья. Ну, я нагадаю, что у нас в художній гімнастиці еще попереду два виступи у Влади Нікольченко, тому є шанси набрати все ж таки достойні оцінки, достойні бали. Ірина Іванівна Дерюгіна поруч із Владою Нікольченко. Безперечно, Ірина Іванівна хвилюється за свою підопічну, за представницю України. Ну, зараз нам мають показати оцінки наших акробатів, я так думаю. Да, ну, конечно, Влада, она уникальная гимнастка, потому что в таком молодом возрасте она делает фантастические вещи. Ну, конечно, вот Ирина Ивановна ее немного отчитывает, потому что немножко она вот зашла на этот поворот, на котором запуталась, потом без достаточной координации, скажем так, и уверенности бросила ленту на риск и сразу же потеряла. То есть просто выпала, скажем так, из упражнений на эти буквально 5 секунд и сразу две ошибки, которые очень дорого обойдутся и в многоборье. Отже, ось це відео Влада Нікольченко. Ось так вона розпочинала виступ на других європейських іграх. Це перше коло класичного багатоборства. Ну і я читав таку інформацію, що справді з булавами Влада виступає дуже добре. Да, она победительница Кубка мира в упражнении с булавами именно за прошлый год и за этот год. То есть она подтвердила, скажем так, свой статус именно в этом виде, обыграв всех абсолютно гимнасток мира. Вот, но вот мы видим первый поворот, была ошибка, но очень скользкий ковер в Минске, действительно. Владе, даже Дина Аверина из России подарила чешки для того, чтобы для выступления, чтобы было не так скользко. Кармен? Да, да. Очень Владе подходит этот образ.
І ми чуємо, як підтримують уболівальники на Мінській арені нашу Владу Нікольченко. Ще раз нагадаю, ось з цього виступу Влада розпочала боротьбу у класичному багатоборстві. Вот три повороти, дуже хорошо, одразу 9 десятих. Тоже хорошо сделала поворот. Мы видим, насколько сложная вторая часть. Постоянно броски, ловли. Очень хорошо сделала. І фінал дуже хороший. Бачимо, майже плаче Ірина Іванівна Дерюгіна. Так вона радіє за свою підопічну. Да, Ирина Ивановна всегда очень эмоционально относится. Вот мы видим прыжки, каждый по 6 десятых, то есть 2,4 балла за вот эти несколько секунд прыжков зарабатывает сразу Влада. Но в целом очень хорошо она сделала первый вид. Надеемся, что вот с обручем и с мячом получится что-то подобное, скажем так. Да, Владе всего лишь 16 лет. Она наше будущее на Олимпийские игры в Токио. Лидер команды. Ну, лидер команды относительно, потому что Владе 16, а другим девочкам по 15. То есть у нас самая молодая команда в мире. Ну, вот такая оценка была Влада Никольченко. Димит купальник тоже новый. Очень часто гимнастки с юбками выступают для того, чтобы прикрыть, скажем так, какие-то части тела. Влада в этом не нуждается. Ну і так, нашій Владі Нікольченко, зараз у прямій трансляції ми маємо змогу подивитися за її виступом з обручем. Їй справді треба додавати, аби ось увійти у цю боротьбу за нагороди в класичному багатоборстві. Дуже-дуже. Догнала, молодець. Молодец, Влада, очень хорошо для первого выхода. Я думаю, она сама довольна. Очень сложное упражнение, вы еще больше усложнили. И поклонники гимнастики знают, что у Влады был один рис, который она выполняла обычно у края площадки, и все всегда очень переживали. И сейчас его сдвинули, чтобы Влада шла в диагональ, в центр, чтобы как бы нервы тренеров и болельщиков немножко поберечь. Ну, молодец, Влада, очень хорошо. Это, я бы сказала, что она сделала лучше, чем она сделала те же булавы. Ну, в ленту также, естественно. Молодчинка. Осталось вот так же, с таким же задором и уверенностью сделать мяч. Будем ждать ее оценку. Вот мы видим вот очень сложный этот бросок с переката. Видим, вот тут, казалось бы, вот-вот не догонит, но догнала. И, в принципе, нету за это сбавки, потому что она еще делала вращательное движение для риска.
вот этот новый элемент, у нее не было его, тоже ловля на 0,4. Очень хорошо разложили это новое упражнение. Чуть акцентов еще не хватает, невработанное оно, но думаю, что все еще будет. Ирина Ивановна такая вдыхает. Очень волновались они именно за это упражнение. Будем ждать оценку.